Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, у меня, по крайней мере для меня, очень хорошая новость. Ну а для тех ребят, которые видели видео по поводу того, что у меня были проблемы с игрой, что у меня не открывался магазин, там было абсолютно пусто, было всего 3 контейнера. Я не мог зайти на компанию Wargaming на их сайт, мне пришлось пользоваться VPN-клиентом. Для тех, кто этого не знает, это такая программулина или дополнение, допустим, в моем случае к Chrome, которая позволяет делать вид, что вы выходите там совсем с другой страны. И только таким образом, пользуясь вот этим VPN-клиентом, я делал вид, что я нахожусь где-то в Британии. Ну и, короче говоря, только таким образом я смог зайти на сайт Wargaming и оставить, ребят, на минуточку 16 заявок по поводу того, что у меня проблемы с игрой. Знаете, чем увенчалось это все? Это все увенчалось тем, что Wargaming до сих пор рассматривает мои заявки. Ребят, заявкам уже 5 дней там конь не валялся. Просто констатация факта. Возможно, мои заявки в принципе и не видны Wargaming. Я такое тоже предполагаю, поэтому бочку на Wargaming я не качу. Потому что в принципе, очень сильно удивительно. Раньше я мог подавать заявки, меня видели, мне отвечали. Пускай в течение суток, ребят, но мне отвечали. Я понимаю, у ребят много работы, нас игроков много, ну а соответственно они не могут всех прям видеть и всем отвечать в течение там 15 минуток. Поэтому меня очень сильно удивил факт того, что мои заявки 5 дней лежат, конь не валялся, и такое впечатление, что их просто никто не видел, да, то есть ну просто мимо проходит. В магазине у меня было все без изменений. Сразу отмечу, были комментарии, были ребята, которые выходили на связь, подписчики, не подписчики, по поводу того, что у них тоже есть такая проблема. Кто-то писал, я выхожу с мобильного интернета и у меня есть магазин, захожу через Wi-Fi или через сетевой и нету ничего в магазине. И описывали абсолютно те же самые траблы, которые были у меня. И, ребят, я наконец-то это все победил. У меня получилось, я скажу откровенно, мне пришлось разбить свою денежную копилку. Я хотел задонатить на то, чтобы подготовиться к Черной Пятнице. Я хотел задонатить для того, чтобы подготовиться к новогоднему аукциону. Но все-таки видеть в целом магазин и полноценно пользоваться игрой, я посчитал, что это гораздо важнее. И, соответственно, пускай я останусь без голды, ну, значит, так тому и быть. Короче говоря, ребят, каким образом я победил? Я решил ударить сразу по всем фронтам. Я сначала все переустанавливал, результатов никаких не было. Мне пришлось приобрести новый роутер по совету одного из моих знакомых ребят-айтишников. И вот он мне посоветовал купи новый роутер, потому что на роутере есть, короче, какой-то там код, я не сильно в этом разбираюсь. Короче, типа варгейминга сервера не видят твой, короче, вот этот код и конкретно его не пропускают к себе на сервер. И когда ты, короче, что-то там меняешь, через какую-то другую страну залазишь, соответственно, сервера варгейминга, да, то есть, ну не система безопасности, а вот какая-то система фильтрации, как он мне объяснил, типа не отфильтровывают в таком случае. То есть, получается, привязка фильтрации по конкретно мне происходила не через мои аккаунты, не через никнеймы, а непосредственно через вот какие-то там циферки, короче, которые где-то там запрограммированы. Ребят, повторюсь еще раз, не разбираюсь. Факт остается фактом. Мне пришлось потратиться, я приобрел новый роутер и параллельно с этим, ребят, я заказал у своего провайдера интернета услугу по замене IP-адреса. То есть старый IP-шник мне стерли, и теперь я выхожу под новым IP. Я не знаю, надолго это, ненадолго. Эта услуга тоже была платная, пришлось потратиться. У каждого, я думаю, провайдера эта услуга стоит денег. Но поверьте, мне сейчас, по крайней мере, очень приятно, что у меня открывается нормально магазин, я вижу товары, я вижу, что вывалили могильщика и проджету 46-ю за сезонные монеты. Я вижу, что я как в воду глядел по поводу выхода на продажу Як Тигра 8.8, обзорчик сегодня буквально выложил у себя на каналчике. Кто не смотрел, переходите по ссылочке, в конце видео добавлю ссылку, смотрите на обзор, кому интересно, за 5500 такая машина есть в продаже, еще и с двумя контейнерами, собери их все, плюс пол ляма серебра и куча плюшек там разных. Короче говоря, ребят, заходите, смотрите. В общем, для тех, у кого есть такая проблема, я смог ее решить. Я не знаю, надолго ли я ее решил. Я понимаю для себя, что если мне придется каждый месяц реально тратить real money на то, чтобы менять свой IP-шник, покупать роутер там,
Ну, короче говоря, это будет очень затратно, и, честно говоря, я не знаю, насколько меня хватит. Я подозреваю причину, почему так получилось, почему мой IP залетел в нежелательные IP, и вот эта вот какая-то там кодировка дополнительная тоже попала в отбор по фильтрации. Не могу сказать, что мне это приятно, но, ребят, врагу не сдается наш гордый варяг, меня живым не возьмешь, буду бороться до последнего. Поэтому, короче, ребят, для тех, у кого есть такая проблема, проблема решаемая, намек, я думаю, все поняли, каким образом можно это решить. Поэтому, ребят, вооружайтесь, ну и, соответственно, смотрите по своему бюджету, готовы ли вы для решения подобной технической проблемы, ну, реал мани тратить и, соответственно, получить нормальный полноценный доступ к магазину, нормальный полноценный доступ к боям, ну и, соответственно, возможность дальше продолжать играть и фаниться. На данный момент у меня все, я от всех доброжелателей жду поздравлений, ну, а от недругов я, соответственно, ожидаю каких-то каверзных комментариев, но это ваше право, хотите побросаться фекалиями, но и на то вы тоже способны. Всех благ, всего хорошего вам мира! И спокойствие.